Тема здоровья детей стала главной на конференции по орфанным эндокринным заболеваниям. Она проходит в онлайн-режиме с участием ведущих специалистов страны. Два дня российские ученые и врачи будут обмениваться опытом, рассказывать об успехах в лечении редких болезней. Ключевое внимание уделено современным подходам и развитию так называемого неонатального скрининга. Мы обсуждаем все ценностные моменты, все перспективы, анализируем прошлый опыт. Замечательная инициатива президента, поддержанная президентом, премьером по расширению скрининга на натального сразу после рождения у малышей позволяет спасти тысячи жизней и сэкономить большой объем бюджета на здравоохранение, а самое главное – улучшить качество жизни маленьких наших пациентов и их семей.